Мустаевский детский сад передает. В машину волонтеры грузят постельные принадлежности, продукты длительного хранения и медикаменты. Гуманитарную помощь для жителей Курской области собрали в Новосергиевском районе представители администрации, образовательных и общественных организаций, предприниматели и местные жители. На пакетах и коробках слова поддержки «Курск, мы с тобой». Мы сортировали помощь, упаковывали, подписывали все вот это вот, весь объем, который привезли за выходные. «Газель» с грузом отправляется сначала в областной штаб, а после в Курскую область. Собирает помощь в Кваркинском, Бугурусланском, Бузулукском районах. Например, уже из Бузулука отправлено более 3 тонн вещей и продуктов. Помощь от жителей Оренбурга принимают по нескольким адресам. По улице Советская, 48, в гарнизонном доме офицеров. С 10 до 16 часов с понедельника по пятницу. Улица Родимцева, 16, в центре Содружества, круглосуточно. Всесоюзная, 5/1, с 10 до 18 часов в будни. Ленинская, 44, с 10 до 18.00, с понедельника по пятницу. Улица Кирова, 25, также по будням с 13.00 до 18.00. В районах помощь принимают в местном совете женщин. Напомним, ранее оренбуржцы отправили в Курскую область тонны продуктов, предметов первой необходимости и одежды.